Так, играли с командой Тоттенхэм, выиграли 12-4. Пару слов по игре. Ну что можно сказать по игре? По игре игра сложилась для нас достаточно хорошо, повели 3-0. Я потопил команду в угол, потопил команду Тоттенхэм. Вот. В принципе, сопернику спасибо за игру. Игра была достаточно пустая до первых минут. Тяжелая складывалась, и те хотели победить, и мы также хотели победить. Ну, удачи на нашей стороне. Команде соперника спасибо. И удачи. Итак, играли с командой от Вилла. Потерпели поражение со счетом 11-3. 12-4. 12-4, да. Я так и сказал. Пару слов по игре. Ну, супер. Игра интересная. Интересно играть с командой, которая выше уровня. Проиграли, конечно, обидно, перед игрой как-то настраивались, хотели даже победить, не вышло. Но мы не расстраиваемся, идем дальше, будем бороться. Все-таки первый сезон УПЛ, нужно получить опыт побед, также и опыт поражений. Но это не чемпионшип. Это все-таки не чемпионшип, мы, конечно, понимаем. Так, все здорово, всем спасибо. Спасибо команде соперника за игру. Хорошего.